Здравствуйте! Вы на канале «Сад без секретов». В сегодняшнем видео виноградарь из Челябинской области Юрий Иванович Аникин расскажет о первых работах в винограднике в начале сезона. Если говорить про зиму, зима была очень хорошая. Она благоприятнейшая. Во-первых, очень много снега. Мороз, который был, он его не почувствовал. То, что было под укрытием, да, там самая низкая температура была 14 градусов. Это самая низкая. А ближе к январю, да, она ушла до 12, даже до 10. То есть виноград перезимовал отлично. А вот весна вообще, ну, как сказать, очень плохая. Во-первых, сначала наступила жара, виноград пошел в рост, потом пошли вот эти вот похолодания, перепады температур. То есть пришлось держать его под укрытием практически до половины мая. Те, кто пораньше открыл, попали под заморозки. В общем-то, не только мы. Вчера показывали Ростовскую область. Там тоже половина виноградников вымерзла. Ну, у меня он перезимовал, в общем-то, нормально. Вот сейчас начал открывать. В этом году я попробовал зимнее укрытие не снимать до мая, да. Он был под поликарбонатом, под укрывным. То есть он под зимним укрытием прекрасно себя чувствует. Единственное, что побеги выросли большие. Но они так и так бы выросли. А то, что этот самый мы торопимся открывать, наверное, это не надо. Пусть он лучше там в тепле побудет. Ну, сейчас потом откроем, посмотрим. Ну, во-первых, убираем. Если мы его убрали, нам нужно сразу подвесить. Подвесить, и самое интересное, да, или самое ценное, это сделать нормировку побегами. То есть вот в этом закладывается все. Урожай этого года, урожай следующего года, перезимовка и все-все прочее. Все зависит от того, как мы нагрузим виноград. Ну, вот для того, чтобы посмотреть, давайте лучше сразу наглядный пример вам сделаю. Открываем виноград и... Все мои дальнейшие действия буду комментировать. Давайте. В общем-то, он перезимовал прекраснейше. Единственный недостаток – это только то, что побеги очень большие, и тяжело будет их укладывать. Но лучше обломать 1-2 побега, чем заморозить весь куст. Все, поднимаем и смотрим. Если куст молодой, оставляем 2 побега. 2 рукава. Ну, поскольку он постарше, мы оставляем чуть больше. То есть закрываем середину. То, что побеги сейчас растут, допустим, ну, сюда или вниз, это не страшно. Он немного пройдет времени, он поднимется. Вот все, с этим кустиком порешили. Сейчас делаем то, что называется нормировкой. Убираем до проволоки вот эти вот. Так, вот этот вообще лишний побег здесь, он нам сейчас не нужен. То есть мы его просто-напросто вырезаем. Вырезать можно свободно, потому что побеги уже раскрылись, ничего тут страшного не будет. Вторые побеги убираем, это убираем, здесь все. Вообще я оставляю где-то от 8 до 10 почек. Но поскольку нынче, видите, вот они не все, это получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, да, и тут 4, 10, 12. Ну, в общем-то, порядка 20 побегов все равно на кустик набирается. Сейчас пойдемте, вон там молоденький кустик. Здесь сидит художник. Здесь то же самое. Побеги оставляем где-то, ну, через 15-20 сантиметров. Вот он растет, этот убираем, этот оставляем. Здесь, в принципе, мы оставляем вот все эти три. Этот убираем. Поверху смотрим. Так, вот этот убираем. Этот убираем. Здесь то же самое. Вот этот убираем, эти оставляем. Все. Кустик сформирован, подвязан. Опрыскивать будем, ну, в принципе, вот сейчас, может быть, через недельку можно будет опрыскать. Ну, медиасодержащими любыми. Тиавид Джет, Родамил Голд. Я обычно пользуюсь тиавидом. И то, ну, это очень редко. Стараюсь не использовать. Если он проветривается, да, его болячки не хватает. Стоит только загустить, там уже другой вопрос. Ну, вообще, обработку начинает проводить, когда где-то он пятый листик. То есть вот такие побеги будут, вот, тогда уже обрабатывать. Я думаю, что где-то через недельку. Перед цветением обрабатывают. Момент цветения – тишина. Ну и после цветения одна обработка. Это стандартная.
Уверена, что эти рекомендации вам пригодятся, и ваш виноград будет правильно подготовлен к наступившему сезону и даст вам хорошие и вкусные урожаи. Удачи!